Здравствуйте. Виктория Мирошниченко, в государственной медицине, врач-неонатолог с 2001 года, врач интенсивной терапии новорожденных. И все это время человек, работающий в государственной больнице и в какой-либо коммерческой медицинской сфере. Компания MSP стала, по сути, взрывом, прорывом в мою жизнь на том этапе, когда я была пересыщена предложениями и перегружена проблемами, которые на тот момент сама себе придумала, создала. И эти проблемы были связаны с зарабатыванием денег, с ответственностью работодателей перед наемными рабочими. И вот в этот момент в моей жизни случается трагедия, заболевают самые близкие мои два человека, дочь и мама, очень тяжело. Они находятся в разных городах, и я на разрыв езжу между этими двумя городами и пытаюсь их привести в порядок, их здоровье, их состояние. Дочь ухудшалась, и мне не помогали никакие рекомендации самых лучших моих коллег в государственной медицине. И только тогда, когда наступил перелом в ее состоянии, и я смогла услышать приглашение в эту компанию, я очень медленно, очень неуверенно, но приняла приглашение на мероприятие от Натальи и Сергея Савченко. Я шла без надежды, без особых каких-то иллюзий. Я думала, ну что еще врачу более 10 лет, практикующему в медицине, расскажут на курсах нутрициологии. И вот я сидела много дней, скептически пересматривая листа перед глазами эти слайды, которые мои коллеги готовили на свои доклады. И когда начались доклады Вячеслава Антилевского, вот здесь и произошел переворот в моей голове. Я поняла, что я пришла совершенно в другую сферу. Я поняла, что фармакологический подход в моей голове к решению проблем в жизни моей, моих родных и людей вообще в мире — это только часть, это только один из вариантов. А передо мной открывается колоссальный бездонный мир познания здоровья человека, возможности работы со здоровьем человека. Это произошло порядка 3 лет назад, и 3 года я сидела, думала, читала сертификаты, читала банки, все мелким почерком написанное на сертификатах компании. Перед каждым открытием баночки, перед каждой капсулкой, которую я выкладывала для своего ребенка по схеме, я вычитывала все, что написано о нашем продукте. Я слушала наших потрясающих коллег, которые имеют огромный опыт курирования, помощи людям с проблемами здоровья. И вот пришло время, когда я начала практиковать сама. Когда я начала пробовать схемы для себя и своих родных. И вот это начался мой путь потребителя, мой путь врача в компании MSP. Вдохновило меня очень, при том, что я не рассчитывала делать карьеру в компании, при том, что я не знала, что она мне будет интересна. Вдохновило меня то, что я получила ранг и регулярно в компании, как было обещано, получала выплаты. Конечно же, самым главным ведущим меня ориентиром в работе с компанией было качество продукции. Так вышло, что в жизни я свою коммерческую деятельность в медицине начала с очень высокого уровня качества компании в Украине, и у меня уже были ориентиры, как понять, что продукт качественный, и что я своим именем не рискую перед пациентом, перед коллегами. И вот с компанией MSP это со мной случилось 2 раз в жизни. Получив потрясающие, порой и для меня невероятные результаты у себя, у своих родных, у моих пациентов, я поняла, что я больше ничего не хочу искать, я хочу идти дальше с этой компанией. Меня очень устраивают результаты. А вдохновляет сейчас меня больше всего то, как компания поддерживает своих людей.
как организуют обучение, какой огромный пласт информации есть в компании, и она охотно делится с людьми этими знаниями. Очень много бесплатной информации. Только бери и учись, если хочешь. Мне очень нравится, что приходят люди, которым это интересно. Мне нравится им помогать. Мне нравится работать с людьми, которым нужна моя помощь. Поэтому ценность. Виктория, а где вы сейчас сидите? Расскажите, пожалуйста, нам. Волею судьбы я попала в Германию. Меня пригласил один из моих пациентов для сотрудничества и жизни в этой стране, пожить здесь и попробовать поработать в сфере бизнеса, в сфере здоровья по NSP. Поэтому NSP еще дала мне один шанс, о котором я даже не мечтала. Вот даже так может быть врачей в NSP. Виктория, ну вы же не скромничайте, вы расскажите, что у вас прекрасные результаты по снижению веса своих клиентов. Вы специалист еще в этой области? Да. Компания помогла мне понять, что в основе возвращения здоровья лежит изменение образа жизни, образа пищевых привычек человека. Я занялась этой темой, стала изучать ее более углубленно, более детально, начала просматривать разные направления для жизни, восстановления здоровья людей. И на этих теориях, на этих практиках, на этой информации, которая дает наша компания, я веду людей и получаю колоссальные результаты. Самый незначительный — это мой личный, когда я 2 года свое весовое плато не могла сдвинуть, а в компании у меня это вышло вместе с продуктами компании. А самый мой большой подвиг, как я считаю, это у сложного пациента с множеством сопутствующей патологии, начиная от сахарного диабета и подагры, и заканчивая гипертоническую болезнью. У нас 41 килограмма за 6 месяцев, за 7 месяцев. Спасибо. Виктория, а что вы посоветуете тем вашим коллегам, врачам, докторам, кто услышит, увидит это видео, но кто еще не в NSP? Я хочу посоветовать своим коллегам не закрывать глаза и уши, помнить о том, что наша специальность учится всю жизнь, хотеть узнавать новое, потому что это новое стоит того, чтобы его узнать лучше. Спасибо большое, Виктория. Вам успехов. Успеть еще посмотреть в Германии побольше. В каком вы городе сегодня? Сегодня я во Франкфурте на Майне. Отлично. Всего хорошего. Спасибо еще раз. Вам успехов, здоровья и счастья. И вам.